Не допускайте человека близко к себе. Ничего не успеете сделать. Вот это самая крайняя дистанция. А лучше всего, чтобы она была вот такой. По крайней мере, вы когда будете говорить, да, вы что-то вот да, вы что-то сумеете. И особенно, когда человек подходит, у него руки за спиной. То есть, вот смотрите. Мы не знаем, что будет здесь. Причем не знаем, с какой руки. Не знаем, он ли правша или левша. Поэтому ладно, брат, что? Видите? То есть мы что ты, брат, ты что? Входим сразу. Задача инстинкт вот на что мы работаем. Это инстинкт, задача на него дорабатывать. Нам нужно прекратить возможность атаки. Сразу. Наша задача войти. Но все. Мы должны уже заряжены на то, что конфликт неизбежен, руки за спиной. То есть оценка идет сначала. Сначала идет оценка ситуации. Потом уже приблизительно вы тактически выстраиваете дистанцию. То есть тактика дальше идет, да? Вы выстраиваете дистанцию. Там руки у вас уже поднимаются. Так только стоят идиоты. Понимаете? Так может стоять человек, который специально для этого встал. Он начинает бить. Видели, нет? Я ему ударил, видели? Так, может, человек стоит, только потом уверен в себе, спокойно стоит, он говорит, видели, я ему ударил. Только уверенный в себе человек. Когда во всем остальном получил удар, все, да. Право локтя. Он уже вас ничего с вами не сделает. А мы в это время, еще раз говорю, идет оценка ситуации. Человек на меня идет, и руки, видите, причем идет он достаточно спокойно, достаточно уверенно. Меня должно это навести на мысль. Он ко мне сближается, то есть мне это вот как бы не по себе уже должно быть. Я уже должен отработать. Сейчас работаем вот этим на простых вещах. Не на приемах, а на простых вещах, на инстинктах. Идет инстинкт. А вот потом мы сразу заряжаемся. То есть мы уже должны быть заряжены. Как оценить обстановку, на нас идет. Ситуация практически безвыходна в каком плане? В том, что бой неизбежен. Можно, конечно, думать, надо уметь бегать, но ты спиной повернулся, и все, он тебя догонит. Ты не видишь, что там происходит. Ты не знаешь, насколько он быстро бегает. Чтобы бегать, как говорят, лучший прием от ножа – это убежать. Так для этого надо тренироваться, надо быть спринтером, чтобы бежать. Надо не на диване сидеть и смотреть, да, рассуждать там в интернете, да лучше убежать. Да ты там бегай хотя бы, бегай с препятствиями, тогда вообще нужно быть паркуристом. Но мы с вами опять ситуацию оценили, он начинает работать. Здесь я убираю, а здесь ухожу. Видите, хожу и все, со всего маха туда. Здесь, до свидания. Если еще ударить, то все. И это все делается в течение секунды. Просто выбрасываем руки. Выбрасываем. Испугались, а уже руки работают. Все. Мы уже завелись. Как только прошел удар, мы уже завелись. Все, и контроль.